Привет, друзья! Наконец-то у нас наступило лето. Выбрались на речку погулять, позагорать. Заодно хотим приготовить куликов весенних вальдшнепов. Я уже привез с собой домашнюю заготовку. Я их нафаршировал белыми грибами. Там внутри сердечко. Натер их специями. Перец там разнообразный, тимьян. Взял еще моченую бруснику с яблоком. У меня была заготовочка. Натер их. Снаружи, получается, я обложил их салом и обмотал ниточками, бечевкой. Сейчас будем готовить их. Готовить буду в казане. Сейчас сначала их обжарим на масле, на подсолнечном. Немножко поджарим для начала. Да, сегодняшняя запись будет шумная. Тут вокруг что-то детишек целая куча, орут как потерпевшие. Так, сейчас лучок сок даст в это масло. Потом лук я уберу, чтобы он не горел. Все, лучок сок дал в масло, больше он нам тут пока не нужен. Так, конфорочку прибавим. Вот за что я люблю Сибирь, так это то, что дров здесь навалом. Ябеда, корябеда. Так, начинаем обжарку. Сейчас до золотистой корочки их прожарим. Так, что тут у нас получается? Они у меня сами по себе так-то поджаренные, подпаленные, когда опаливал. Зараза, развязалась веревочка. Плохо завязал. Ну ничего, это нам не помешает. Да. Реченька. На протоке. Так, вернемся к нашим баранам, вернее, вальдшнепам. Возьмите ведро вальдшнепов. Я все-таки смогу его завязать. Ох, грибы выпадают. Так, грудки, грудки, грудочки.
думаю, грудки надо сама больше так прожарить, опечь. Так, сейчас я этих товарищей убираю. Сейчас приготовим овощи. Дальше уже будем заниматься. Добавляем морковочку. Так. Сейчас конфорка разогреется. Так, картошечка, это морковка еще не пошла. Добавляю лучок. Какая красота! Так, ну я думаю, можно выкладывать уже сюда ушки. Выкладывать буду грудкой вниз. Вот так, чтобы потеклись лучше. Таким образом. Водички. Ну и какое же блюдо русского человека без картошки? И сверху вот так вот сейчас заложим картофана. Так, что-то как-то ожидания у меня были немножко другие, но ладно, как-то так. Смысл вот такой. Ага. Так. Прекрасно. Не забываем посаливать. Пресная пища, они вкусные. Посекаем. Время без 10:06. Я думаю, минут 40-50 буду тушить ее. Ну или полчаса. Посмотрим по готовности, короче. Сам первый раз делаю. Что у нас тут? Ой, а тут-то красота какая. Обалденная. Так, я сказал без 10, сейчас 6. Всего 10 минут варится. Так, пробуем что-то на соль. Что добавил бы. Да, еще надо соли. Мы здесь развели дымокур, потому что мошка долбит вообще нещадно. Ох, какое варево клевое получается. У меня уже слюни выделяются. Так. Какой же итальянец без помидоров обойдется? А, все вижу. Какая красота получается. Сейчас на медленном огне. Так, это получается 40 минут. Картошка-то уже подоспела. Блин, какая вкуснятина. Ну что, момент истины.
О, какая прелесть! И прибой. И прибой, как на море. Так, посмотрим, что тут у нас получилось. О, вот это варево. Во, какая красота. Просто пальчики пооближешь. Так. Добавляем картофанчика. Добавляем бульончика. Нажористая какая. Так. И еще делаем вот так. Вот такая вкуснятина. Конечно, я сегодня немножко картошку сильно рано закину. Приятного аппетита. Мы пошли кушать. Мам, тебя делать?